скажу, пытались подъехать мусор забрать, но не могут. Не могут, потому что здесь стоит куча машин, прямо загородили площадку мусорки. Каким образом забирать? Вышел человек, покрутился, реально вытащить отсюда баки невозможно. Развел руки. Он хотел, он готов сделать свою работу, но не может ее сделать, потому что, граждане водители, не загораживайте, пожалуйста, мусорные баки, площадки мусорных баков, потому что сами же потом оказываемся заложниками того, что мы сами делаем. Все-таки принимают решение, что сейчас будут пытаться забрать мусор. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Сейчас вот все движение перегородится. Вот видите, сзади меня машины уже. Баки загорожены напрочь. Как люди это сделают сейчас? Ну, мусор надо вывозить, несмотря ни на что. Спасибо им, что они пытаются сделать эту работу. И часто здесь такая ситуация? Бывает, бывает. Часто, да? И тут, ну, по городу. По городу часто, бывает, да? Да. Ну вот мусора. Один бак полный. Второй бак вроде пустой. Ну и уезжают. Уезжают, не забравши мусор.